Друзья, здравствуйте! Мы в Пятигорске, сняли здесь небольшую квартирку. Хочу показать по традиции, как она выглядит. Квартирка достаточно любопытна. Если смотреть от входа, открывается вид на кухонную зону. Электрический котел. И, что удивительно, оказалось важным, батарея. В этот холодный май в Пятигорске она очень сильно пригодилась. Оформление интерьера достаточно затейливое. Видно, что продумывали. Виды Пятигорска 1910-х годов. Это кухонная и обеденная зона. А дальше мы попадаем в гостиную. Гостиная, два зеркала в квартире, это хорошо. Шторочкой отделено все это. Не стали тут ничего придумывать сильно уж большого. Гостиная подходит для того, чтобы немножко посидеть. Особенно радует вот эта печечка, оставшаяся здесь со старорежимных времен. Дом старый. Красивой плиточкой выложили. И спальня. Достаточно компактная. С небольшой полутораспальной кроватью. В общем, ощущение, что планировка действительно из каких-то 19 века, 20 века. Такая спальня вдали. Есть немножко минусов у этой квартирки. Ну, наверное, давайте сразу скажу. В ванной, ванную особо не показали. В ванной достаточно прохладно. Такое ощущение, что это какая-то то ли пристройка, то ли что. Может быть, холодно. Из бытовых минусов протекающая лейка душа. Такое бывает часто. Низковисящая, ну вот сейчас на уровне моих глаз, люстра. Сама люстра-то интересная, но низко висит, бьешься об нее головой. Размер кровати мог бы быть и побольше, причем места в принципе-то хватало. Можно было бы что-то более подходящее для двоих. Очень узкие двери. Ну, это опять-таки издержки старорежимного дома. Кое-как боком проходишь здесь в эту дверь. Ну и, пожалуй, не очень много света. Это, кажется, все относительные минусы, которые можно отметить в этой квартирке. А из плюсов, очень хорошее место расположения. Через дорогу собор Спасский. Выходишь на улицу, вид на Машук. До цветника 5 минут. Рядом несколько столовых. В общем, жить комфортно, удобно, все близко. Улица Кирова тоже рядом. За 3000 двухкомнатную квартиру, но мне кажется, в Пятигорске в сезон снимать вполне нормально. И те минусы, которые я перечислил, они не портят отдых. Конечно, можно улучшить, но в принципе замечания не критичные. Вот такая квартирка. Напишите в комментариях, как вам. Понравилась ли? Достойна ли она своих денег? 3000 рублей за ночь. Если кого-то будет интересовать точный адрес. Соборная 3. Соборная 3 найдете на ресурсах по сдаче жилья.